Давайте еще один кусочек из консилира. Попробуем посмотреть. Я. Дальше удивительное слово, которого вы сейчас, конечно, не найдете. Пиша. Пиша это писа. Пиша, то есть сейчас не образуется деепричастие от этого слова, да, писать? Да, не писать. Да? Писа. Ныне миновалось время, пристало ушло. Горько была, ни золотые, так непрочно стратил я, пиша песни тые. Кстати, тые это тоже что такое? Те, наверное. Те, конечно, те. Давайте найдем необычные какие-то архаичные грамматические пиша. Формы. Пиша. Пиша. Плакаться. Конечно, сейчас мы так не скажем. Плакаться. Плакаться. Почему бы и нет? Плакаться. Тые. Тые, конечно, форма странная, да? Еще? Миновалося. Отроки. Миновалося. Да? Сейчас мы не скажем. Еще? Деница, отроки. Пристало. Деница, отроки. Формы. Формы еще. Пристало. Пристало. Миновалося. Пристало еще раз есть. Понятно, пристало. Так и стало. Не плакаться. Давайте подумаем, что в этом куске сообщается нам. Автор хочет сообщить, что хоть его песни и сейчас многие поют, но все равно ему жалко, что он потратил много времени на то, чтобы их написать. То есть сейчас песни тоже поются, да? Неважно, поются, читаются, да? Поют их и девицы чистые. И отроки, это жалко, что на них потратил время. Ныне миновалося время, и пристало уж мне горько плакаться, что дни золотые, как непрочно стратил я. Стратил, то есть потратил, конечно. Пиша песни ты. Так, что перед нами за размер? Силабика. Силабика. Да. Силабика. Согласен с тем. 13 сложник. Цезура где? После седьмого. Как у консилира всегда. Там немало песен моих. Правда? Дальше где? Считаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И дальше после я. Да? То есть стих на самом деле отчетливо делится на два полустишия. Правда? Да. Так, найдите мне, пожалуйста, случайно совпавшее с хореем, либо двустишием, либо хотя бы один стих. С хореем? Да, случайно совпавшее с хореем. Вторая точка. Так. Вторая. Ну, почему бы нет? Чистые и утроки, коих одиницы. Да, последние. Чистые и утроки, коих одиницы. Похоже на хорей, да? Так, еще. Последний хорей. Последний. Так непрочно стратил я. Ну, дальше. Пиша песни ты. Почти похоже. И четвертое еще больше похоже. Четвертое. Ныне миновалося время и пристало. Угу. Ну все. Почему пятое не похоже? Ну, уж не горько плакаться, что дни золотые. Тоже похоже. Похоже. Может, хорей вообще? Похоже. Не, идите. Это, конечно, не хорей. Не хорей. Да? Четвертая строчка это полностью хорей, там только окончание женское. Ну да.
Окончание женское весь здесь. Да, но я имею в виду, что это хорей. Да, шестое это было. Я имею в виду, гузастый был. И что, это так страшно? Нет, я просто... Ну, это точно человек. Это, конечно, силарика. 13 сложник, да? Видите, парную легковку. Видите? Нормальная парная легковка. При